Китай на паузу поставил. Сотрудничество стран. Сообщение гласит. ТАСС-заголовок. Кстати, телеграм-канал RTVI тоже эту новость повторяет. И до понимания пословицы хотя. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Никакого академика российского никакое поднять не сможет кран. И на 77-м году клипы с ней снимать собираюсь я без пробуксовок, потому что делай, что должен, и пусть будет, что будет.